Друзья, мы сегодня разыгрываем... Разыгрываем пригласительные в Галактику кино. Не верю, угадайте, кто это говорит. Не верю, что это ты говоришь. Слушай, у меня потрясающие неподвижные глаза. Мы сегодня разыгрываем билеты в Галактику кино. А на самом деле все эти звуки выдает Виктор Леонидович путем чревовещания. Да. Итак, по вашим репостам нашего поста выиграть было довольно просто. Мы сейчас включаем нашу рандомную штуку, специальный сервис, который поможет нам в определенный момент найти победителя и выиграть вот этот пригласительный. Нам просто Apple проплатили рекламу. Мне надо ноутбук обновить. Вот. И вот наш пост, который у нас был. Сегодня мы решили сделать сюрприз и разыграть фильм. Разыграть билеты на фильм «Ватиканские записи». Очень крутой фильм. Для любителей различных жанров он подойдет. И вот вы видите на экране, собственно, пост. Пост. Нашей передачей, и сейчас мы вставляем ссылочку на передачу в наш рандомный ускоритель частиц и нажимаем выбрать победителя. И чё? Задается логичным вопросом зритель. Выиграл Влад. Давайте посмотрим страницу Влада. Влад очень дружелюбный человек, он пожимает руку Саше Глуху, битбоксеру Биг Бро. Дальше. Влад мечтательно смотрит на самолет. Наверное, с курсом доллара тяжеловато сейчас. А против наркотиков Влад молодец. Вот. Друзья из геометрии, да, видать, Владу часто фартит, везет. Молодец, Влад счастливый человек, еще и здравоображительный. Но видишь, немножко боится велосипеда, поэтому велосипед на стойке стоит. В общем, такой спортивный, интересный, веселый, замечательный уже наш друг Влад выигрывает билеты в Галактику кино. Вот. На фильм «Ватиканские записи». Поэтому мы сейчас Владу отправляем сообщение о том, что он является нашим замечательным счастливчиком, который получает эти билеты и сможет забрать их у нас в студии. Напомню, все это говорю я, Виктор Леонидович. Сейчас я аккуратно передаю, напиши, чтобы он нам отписался. Я Виктору Леонидовичу передаю. А Виктор Леонидович передаст Влад. Видите, у нас slow motion в студии работает. То есть кто-то в студии тормозит. И это же еще не все, кроме того, что Влад выиграл вот этот вот подарок. Мы сейчас будем разыгрывать еще одну штукенцию. А теперь мы сотрудничаем еще и с боулинг-центром Европа. Сколько там репостов? 37 репостов. 36. Вот, и девочка вместо репоста поставила плюсик. Ну, что она имела этим в виду, не знаю, но явно выделяется. Итак, наверное, написал, что принимает участие. Итак, копируем ссылочку. Правила у нас были просты. Мы из Европы подарочки будем разыгрывать каждую неделю. И вот сейчас мы вставляем ссылочку на пост в боулинге. Нажимаем кнопочку «Выбрать победителя». Вот эту. Хрякс. И давайте посмотрим, если будет Влад, то, мне кажется, будут люди думать, что у нас все непрозрачно происходит. Это Татьяна... Пышная Татьяна. Татьяна Пышная. Татьяна замужем, у Татьяны мочки уха по 4 сантиметра, красивые сережки. О, мы же знаем этого ребенка. Альби сама Татьяна. А ну откройте все фотографии. Фотографии со страницы Татьяны. Давайте. А, вот и Татьяна. Так тут много, собственно, много очень Татьян. Нет, это вряд ли Татьяна, это, наверное, какие-то модели, которые демонстрируют. Ну, что они только тут не демонстрируют. В общем, давай писать Татьяне. А не думайте, что мы будем еще там что-то рассматривать на странице. На самом деле мы просто Татьяне дадим понять, что она выиграла сегодня игру в боулинг, и ее ссылочку, ее контакт мы дадим менеджеру ТРХ Европа, который с ней свяжется и расскажет, как выиграть подарок. Да? Абсолютно. Поэтому мы сейчас вот копируем
копируем. Копируем ссылку на страницу Татьяны Пышной. Вот. У тебя есть контакт? У меня нет. А у меня есть. А я тебе сейчас пришлю. Ну, давай. Давай, чтобы люди понимали, что у нас все серьезно происходит. Сейчас я пересылаю Виктору ссылочку на страницу менеджера. Кстати, у вас у всех сейчас будет... Виктор сейчас всем покажет страницу менеджера. Посмотрим видео по рекламированию. Да, давайте посмотрим видео обязательно. Так, подождите, Виктор, я еще ищу. Сейчас, одну секундочку. Уже почти его закончил. Вот контакт менеджера. И мы отдаем менеджеру сразу информацию. Это мобильная версия. Да? Чуть не прочитаю только что все твои секреты. Да, отправляем информацию и ссылочку на и наш победитель в первом розыгрыше. Да, победитель был в розыгрыше Бонус. О, Виктор Леонидович, забыли, что вот тут нипочем. Розыгрыши. Бобы. Обои, да. Да, вот. И, соответственно, на этой же неделе, вот прямо сегодня, мы выставляем следующий пост на розыгрыш билетов Боинг. Вот так вот. А еще что хотелось бы сказать, ну, коли мы уже с вами общаемся, вот интересное, давайте уже так. Интересное событие у нас произойдет 16 августа. 17-го, правильно? Да, правильно. А район... площадка кафе-бар Пальмира. Да, на площадке возле Пальмира произойдет воркаут батл. Он будет транслироваться в прямом эфире. И на самом месте прохождения этого мероприятия будет очень интересный такой экшен спортивный, где встретятся не только крымчижане, но и гости, спортсмены, настоящие воркаутеры Украины. Вот так. Надо бы сходить, мне даже интересно стало. Ну, начальник сказал, что вы не только сходите, а еще и съездите туда. Итак, друзья мои, мы сегодня выставляем следующий пост, и в нем опять же продолжаем серию наших эпохальных розыгрышей от РК Европа. И поздравляем всех тех, кто у нас выиграл подарки. Вот. Да, поздравляем. Спасибо за чистую работу, Виктор Леонидович. Вот. Работаем.